Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельян и мое видео в поддержку проекта «Квадрат Некрасове», где мы объясняем, как превратить прямоугольник в дизайнерское изделие. На примере этого простого платья мы сделаем новую дизайнерскую вещь. Для этого платья мы обработали подол и лиф такой вот косичкой. На самом деле можно обойтись без этого, но платье стало чуть-чуть более эффектное. Так как я буду делать лямки, то мне нужно замерить длину этих лямочек. Я ее замеряю, исходя из того, чтобы лямка пришивалась чуть-чуть ниже вот этого кружевного края. Это 16 сантиметров. Точно так же мне нужно замерить объем груди выше груди и ширину моих лямочек. Так как я делаю это по прямой, потому что мне нужно, чтобы эти лямочки не тянулись, то я использую долевую нить. Вот делаю надрез на 6 сантиметров, так как у меня лямочки нужно шириной 3 сантиметра и шириной и длиной больше чем 32 сантиметра, потому что мне нужно плюс примерно еще 4 сантиметра на подгибы. И заодно отрываю тоже по долевой планочку для обработки над грудью. Сейчас нужно определить, куда же мы будем пришивать эти планки. И я определяю их, исходя из того, что у меня трикотаж тянется, и поэтому я использую способ, когда все-таки я делаю эту наколку прямо уже на фигуре. Закрепляю сзади, имитирую, что платье у меня уже сшито, и начинаю накладывать эти лямочки. Они у меня будут пришиваться ниже, чем моя вот эта надвязка кружевная, примерно сантиметр ниже, и поэтому они и по длине должны быть не 16 сантиметров, как они у меня были, а плюс 1 сантиметр с одной стороны, плюс 1 сантиметр с другой. Вот я располагаю их вертикально, перпендикулярно линии среза справа-слева, и точно так же нахожу местоположение этих лямочек на спине. Так как плечевые линии плеча имеют небольшой скос, то сзади я делаю их с небольшим наклоном, то есть не перпендикулярно пришиваю, иначе на плечах они будут немножко отставать от плечей. Точно так же на примерно сантиметр ниже, но еще под небольшим углом, так чтобы у меня четко по плечам легло. И точно так же мне нужно пристрочить сверху вот эту планочку, которая будет у меня закрывать место пришивания. Нахожу серединку на полоске, нахожу серединку на моем платье. Совмещаю, и нижний срез вот этой планки должен совпасть с линией, которая у меня примерно на сантиметр ниже, чем край моего платья, потому что у меня отворачиваться будет на платье. То есть я лицо с лицом, но вот так вот верх платья с низом моей планочки. Закалываю по краям, чтобы чуть-чуть выходило за пределы. И так как у меня трикотаж, то у меня он чуть-чуть стягивается. Мне нужно для того, чтобы подколоть, делать немножко в натяг. Вот я натягиваю. И так как у меня по долевой линии идет отрез ткани, то она у меня является ориентиром, по которому я буду прошивать. Переворачиваем в другую сторону. У меня все подколото в вертикальном формате. Теперь остается уже прошить. Прошиваю на ниже линии, которая у меня создана моим кружевным краем. Прошиваю, натягивая, ориентир у меня снизу — это моя хлопковая полосочка. Теперь обрезаю лишнее. Почему у меня было много? Потому что, чтобы не проводить вот эти линии, которые равнять, просто я лишнее срезаю, мне так удобнее. И точно так же обрезаю линию изнутри, которая у меня являлась плечевых лямок, подрезаю, если они выходят за пределы. И дальше у меня стоит задача просто свернуть вот эту планочку, сделать ее так, чтобы либо в нее вставлялась резинка, если я хочу, если у меня
поверху лиф отходит, либо же это будет планочка у меня, которая в зависимости от того, какой фасон, какая форма груди и так далее, и так далее, будет ли сзади молния или на резинке, в зависимости от этого мы вот верх этот и делаем. Либо он у меня просто прострачивается жестко, либо же мы туда вставляем резинку. Во всяком случае, планку вот эту всю подворачиваем по всей длине верха, закалываю булавочками на одну ширину. Ширина примерно 7 мм. Прошиваем с двух сторон, и сверху, и снизу. Почему? Потому что нужно закрепить линии пришивания моих лямок. Если этого не сделать, то они, во-первых, будут деформировать платье, во-вторых, в этом месте большая нагрузка может эти лямочки вырвать, потому что у меня все-таки там небольшие такие запасы. Вот прошиваем в одну сторону, прошиваем в другую сторону. И у меня остаются с краев хвостики, которые выходят за пределы моего платья. Так, когда вы будете прошивать это на платье большего размера, чем кукольное, то, конечно, мы сначала платье сшиваем, и потом вот эти все планочки, они у нас получаются вокруг платья бесшовными, кольцом бесшовным, и поэтому вот этих некрасивых хвостиков у вас не получится. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь видео, нажав на кнопки соцсетей. Ждем вас на наших открытых мастер-классах по развитию вязального креатива.